Да, перезапускается она. Читеры, блядь. У него, конечно, тут способности охуенные другие. Не того? Не того призвала. А как? Чё, не сработало или чё? Я сейчас 400. Посмотрю, чё не так. Нихуя, сейчас посмотри. Опа. Ебать. Не, ну тут уже лучше брез запустить, я бы сказал. Ну да. Какое-то читерство пошло. Так, а здесь есть у нас перезапуск? Так, сначала нельзя. Придется заново. Стройки, бонусы. Короче, там, если бы место чуть побольше и добавить такие строения, как на предел населения, или это как бы и точки заодно торговли были, с этим бы мозг не парился, потому что туда летишь в шахту, там разъебывают это все дело. Ну, через промышленное я играл, потому что, ну, улучшение тоже все-таки заебись. Ну и, конечно, я не изучал ни пауков, ничего. Ну сейчас, в принципе, по-другому должно быть. Так, погоди-ка. Сейчас разверну. Ой. Да, сука, ставься, ёбаный ты в рот. Вот он его, видишь, он его разъебал, героя, а он его разъебал чисто потому, что скорость атаки, ну, мега охуенная у него. То есть, вот у него была скорость атаки 19, блядь. Где там? Караваны ебучие не построил. Была 19, и он разъебывал как? С такой скоростью атаки. Ну там осадная, понятно, там сорокет, блин. Ладно, осадную ты не менял, а вот эту наземную поменял, и все, это пизда. Он будет разъебывать героя, блять, будет разъебывать джиггернаута, ну вот эти юниты большие. Ну через пехоту идти, я хуй знает. Сейчас посмотрим. А, заебись. Научился, блять. И второй. А, тут предел. Сюда. Ну, как сука разъебывает, бля. И второй, блин, пришел. Паук ебаный осел.
здесь-то тоже напали. А тут я даже крепость не въебал. Разъебывать его, блять. Ну один герой его сейчас убьет. Ну да. Там же атака бьют. 9, оно очень сильно бьет. Ну вот сейчас охуеем уводить героев этих. Раньше-то заебись было. Хотя бы героем потанчить или джиггернаутом. Тут пиздец, конечно. Так, эту хуйню изучить забыл. Не герой-то ебаный, блять. Вала и бьет стоит, сука. У тебя же пока деньги есть, построя крепость где-то на серии. Да я там вторую буду ставить все равно. Блять, сейчас он ее разъебет еще эту крепость нам. Короче, надо замедлять в пизду. Да я не успею нихуя. И вот он, блядь, долбоёб стоит. Эти все долбоёбы стоят. И разъёбываются. И, короче, за 30 минут я прошел. Сейчас-то я хуй знает как. Крепость это заебись. Герои разъёбываются. Пол хп нету, блядь. Хилка... 2 в секунду, блять. Атаки почаще будут идти. Нет, там от Роберта. Но они почаще будут идти, да. Только с вроде бы 14 минуты. Я примерно. На один хуй. 14 минуте там, блять. Хорошо, если вторая крепость будет. А она 375 стоит. Он же Гернаут, блять, ебаный стоит. ХП даже больше стал, 985. Тут уж и еще пришел, блядь. Пизда просто, блядь. Пока долетит эта параша и ложка, блядь. Хуй сейчас с ним с ним съездишь, блядь, ну что его разъебут. Так, здесь чё? Я, кстати, добавил героя урон по воздуху, я забыл его добавить в прошлый раз. Ага. Ну ты видишь, хуёво как, надо съебывать. Спам такая. Это сейчас ладно, там. Драгунов. Вообще так. Их желательно походу с двух казарм спамить, потому что у тебя же нет тут промышленных. Да, надо вторую уже строить. Ну и тут хуй знает, ну блять. Давай военный въебу что ли. Пизду. Хуй его знает, что будет. 30 въебем. Блять, откатывается еще. Так, чё внизу тут? Ладно, разъебали. Ну вот опять. Тут у нас чё? Ну, город надо по-любому
начать улучшать хотя бы, блядь, то пизда будет. Вот сейчас надо, блядь, какую-то лабораторию. Тебе нужно больше пехоты и желательно еще пауков, чтобы авиацию отгонять. Да, авиация, блядь. У нее по земле атака хуевая. Пока что хуй на нее. Пауки, блядь, это город большой надо. Короче, дохуя чего надо. Ну вот вторая казарма, допустим. Ну смотри, воздух атакует, нихуя. Сейчас как он разъебет его. То, что воздух стал атаковать, это заебись. ХП у него мало, пизда просто. Ты ему уровень уменьшил, у него 1250 было вроде. О! Я не знаю, говоришь... с уровнем творится, но у него должен быть третий уровень. Сейчас второй. Не важно, по факту он третий уровень. Так. Так, ну ладно, сейчас это достроится, казарма есть. Это у нас сюда. Это сюда. Вначале через пехоту, блядь, будем ебашить. Эти, блядь, пределы занимают дохуя. Ну и хуй знает, ну и давай. Так, съебитесь отсюда. У этого пацана постоянно проблема. Как он называется, блядь? Исцеление вот это надо прокачивать, ебаное. Войска восстанавливаться не успевают нихуя. Хилка, блять, КД. В принципе, в крепости Джиггернаут есть. Но он дохуище с Тимония стоит, блять. Вот, пехоту улучшить дохуище Тимония стоит. Хотя это будет охуенно. Пока что ее надо просто понастроить. Можно этого петуха прокачать. А хули толку-то, блять? Не знает, ну ладно. Так, здесь что-то. Так, прокачаем исцеление ему, блять. Здесь тоже желательно. Ну, блять, ее хоть разрушай нахуй. А ты говоришь, там башня какая-то будет или нет еще? Противовоздушная. Подхилить бы его, блять. Ебанутые, съебитесь. Так, тут я вторую строил. Поехали. Так, поднастроим немножко. Какой-то район въебать можно сейчас. Так, здесь я хотел вот эту. Атака, конечно, охуенная. Вот у него, смотри, почему-то третий уровень стал. Или это баг какой-то со звездочками, хуй знает. Как квотлы типа юзают. Что-то незаметно, чтобы он прокачивался.
О, два петуха прилетели. Достанет до него, нет? Достает, ебаный долбоеб. Вот эта хуета, кстати, не действует на эту хуйню. Слоумо, нахуй. Да ты по-другому хуй знает. Я не исправлюсь. Я просто, блядь, с двух сторон разъебывают, он, видишь. Так, где этот петух? Надо отходить под крепость, блядь. Ну эти хуй с ним пускаю. Он же гернаут. Да. Ну, блядь, реально хуёво. Ну-ка, сколько он ему снимет? А, блядь. Крепость заебись разъебывает. Что ж такое? Пришли, блядь. Петушки. Так-то тут хилку надо подождать, блядь. Так, ну и чё, вот эту хуйню изучаем. Надо на пехоту, короче, накопить, блядь. Исследование ебаное, блядь. Короче, Левиафан у меня, когда я проходил на вот такой вот ебаном режиме, но это в той версии, он просто почему-то загасился, как бич, и стоял у города. Смотри, нихуя разъебет сейчас. Ебать, что делать? Где он? О, просто сейчас с выстрела разъебет. Ебануться нахуй. Сука, пиздец. О, успели разъебать его. Сейчас ебись-ка, постой здесь. Эту всю хуйню, конечно, отвести, блять, хули вы там. Честно, кажется, это суходрочка, блять, нам просто нахуй башни вот дали до того. Может, не спавнится, блин, кого? Ты кого не вызываешь, нахуя, блять, тут хуй той мальчик. Так а как ты ее разовьешь? Вот смотри, вот здесь две ебаные шахты, с двумя торгуешь. Так, блядь, нахуй здесь одна. Сейчас ты развивать не можешь. Вот ты отбил, блядь, иди дальше. Он по скрипту будет хуярить по КД, блядь. Причем одно и то же количество. Смысл стоять на месте. Короче, тебе надо просто сыграть, а я посмотрю. Если я в легкой версии на замедленном за 30 минут прошел. Вот сейчас тебе будет экономика. Здесь один торговый, там два, заебись. И вот эти военные стоят. Вот где ты сейчас возьмешь экономику? И что ты будешь строить, допустим? Блять, вот нахуя отступать? Рыцари. Да иди до того, либо народ. Так а кого ты там будешь давить? Здесь стоит бункер и пушка. И кого ты будешь давить? Ну, блядь, две пушки пока... сделали нахуй, пока... они же откуда спавнятся, блядь? Ну, они спавнятся с города. Вот отсюда, ну, так, с центра. Подводи пушку и хуярь, блядь, почему? Это ж тупой бот, блядь, он не будет твою пушку фокусить. Вот чё будет... они стоят, ты две пушки построй, иди, блядь. Будет он фокусить, я уже все это видел. Оху, пока блядь, атака прошла. Иди. Блять, джаггернаута вперед выведешь, пускай он урон принимает, блять, пушка разбирает бункер. Джаггернаут разъебут. Ну, я его знаю, хп, блядь, зато ты бункер снесешь. Реабилитируешься. Так а хули толку? Так ты так, бункер снесешь, нахуй. Чтобы двигаться вперед. Нахуй. Цели нету. Да нету цели бункер сносить. Ну и смысл? Мне этот бункер сейчас вообще не мешает.
Ну и смысл его сносить? Там, если бы что-то давали за него, он, допустим, снес бункер, и тебе дали джиггернаут, блядь, тогда был бы смысл его бежать разъебывать, потому что это, ну, заебись была бы помощь. А здесь отводишь, потому что крепость атакует. Ты экономику не развиваешь, армия у тебя копится разве? Он у нас сливается постоянно. Блять, а как ты предлагаешь ее не сливать? Там бункеры стоят. Снести. Они бункеры ее разъебут в секунду. Бункер не разъебешь пушкой, потому что придет танк, блять, и пехота, и разъебут эту там, пушку. Там же это нужно тебе, между атаками. Они агрятся на пушку. Там не триггер стоит. И разъебывают. Все случайно будет такая хуйня происходит. Ну, между атаками нужно, потому что они переключаются на пушку. Сейчас надо, блять, узнает, сколько у меня тут. Военные буду строить. Или вторую крепость лучше здесь въебу сейчас. Эти атаки же все отбивать надо. Так, а тут я третий построил. Есть один торговый. Короче, драгунов пока что. На ходу стреляют, заебись. Так, все, и башен. Вот когда вот так перерыв между атакой есть, можно, блядь, что-то сделать. У тебя, кстати, разведчик стоит, ничего не делает. Отправил искать. А хули ему делать? Искать, да его разъебут. Не, ну а типа, а смысл ему тут стоять? Пускай хоть что-то разведает. А смысл ему? Так его разъебут сразу. Думаешь, я не пробовал? Ну, так он вообще ничего не может делать, что ему делать? Так, а, блядь, а что ему делать, если ему его разъебут, понимаешь? Я же пробовал. Зачем он тебе? Он же не даже атаковать не может, просто стоит. И занимает еще популяцию. Да и хуй на него, пускай ты. Какую популяцию? Одну? Я сейчас одну популяцию построю, блядь, и что? И что будет? Просто правило, зачем он там стоит? Он шахту исследовал и стоит, и пусть стоит. Вот у меня сейчас, ну, блядь, если бы он 10 популяций занимал, я бы просто бэкспейсом уничтожил и все. Он для этого и создан, разведчик, он должен разведывать. Да хули ты тут разведаешь? Вот сюда полетишь, тут разъебут, сюда полетишь, тут разъебут. Сюда полетишь, тут бункер разъебет. На базу полетишь, тут разъебут, везде разъебут. То есть хули ты там что разведаешь? Ты что думаешь, я не пробовал, что ли? Все это уже я пробовал. Там толкового ничего нет, реликвий нет, нихуя нет. Смысл летать, разведывать. Так все известно. И бункер этот я пушкой разъебывал, блядь. Толку-то нет, нихуя. Пойдешь? Я же говорю, я, блядь, пошел и две армии слил об город, блядь. Левиафана слил, а этот... Раньше Левиафана хуй ты что тут захватишь. Ну хуй знает, вот Ларка судай. Что изи версию, что вторую, вот эту версию. Лучше вот эту, конечно, блядь. Тут танки посильнее. И это. И пускай раньше появление Левиафана, блядь, разъебет город. А хуй знает, где тут какую экономику возьмешь. Так, надо построить уже быстрее калькулятор, мне кажется, потому что золото есть.
пиздуйте все остальные исследования. Ебаный танк пришел. Тут, кстати говоря, сейчас тоже вторую въебу крепость. И драгунов еще. Популяция у них один. Вообще похуй. Будет мясо конное. А, пускай стоят здесь. Этот подлечился. Пускай подходит, атакует. Сука, близко к городу въебал, что ли. Ну две крепости уже как-то более-менее, бля, сейчас калькуляторы улучшим, блядь. Лучше, конечно, хилку прокачать. Сколько уже минут прошло? Блять, а где время, кстати? Где-то должно быть. Нету. Ну ты убрал. Нету, походу. нету. Но это походу только в этом просмотре записи будет. Нет, ты там просто можешь включить таймер. Какая задача вообще здесь? Нет, таймер-то у меня задача победить этого петуха. В центре который. Ну а как ты его победишь? Тебе надо дать просто, чтобы ты попробовал. Но у тебя какой план? Сейчас ты ничего не все равно через бункер идти придется. Через бункер идти придется. Ну. Сейчас ты ничего не сделаешь. Там просто разъебутся все войска. У тебя тут только что армия была, ее уже нет. Ну, а ты думаешь, танк 39 атакой. Ты видел скорость у него какая? Скорость атаки. Вот у него вылетают выстрелы очень быстро. Продаешь, тем, блядь, меньше этих танков будет. Так они же вечно спавнятся, то скриптами поебать. Ты его не переиграешь. Я, кстати, Сигим, они спавнятся с крепости или с города тоже? Танки только с крепости. Танки легко то везде спавнится, в любых бараках и в любом городе. Ну, во-первых, это надо, блять, разъебать одну крепость, захватить ее. Танк в ней построить вряд ли возможно, потому что это 600 тимония, блять. Ну, у него. Сейчас это... будем пробовать. Как там называется этот урон? Давление, не помню, как называется. Когда по пехоте проезжаешь. Таранная. А, ну у него вроде таранная где-то 36, так что он пехоту просто легко сметает. Ну это понятно, как этот. У нашего сколько? 17, ну это считаю там в два раза больше. Ну-ка, у крепости радиус 16, у этих 12. Ну нормально. Значит, они впереди должны стоять. А у этого тоже 16. Да. Сейчас мы охуенных пушек построим. Их бы, кстати, улучшить еще. Что там? Великий город надо. Так, районы.
военные ебашить. Сейчас он улучшится, блядь. Сейчас еще как с какой там, с 14 минуты, как они начнут чаще идти, так вообще будет весело прорываться. Здесь ты хуй прорвешься точно. Я думаю, 10 минут еще не прошло. Где-то на 15, на 14 минуты у меня бункер только появился. Так, зайди в настройки, блядь, посмотри, какое сейчас время. И включи таймер вообще. Да таймер он у меня включен, понимаешь? Это баг какой-то. Да вот его выключи. Настройки. У тебя, наверное... Ничего не выключал. Так, где там? Игра, блядь. Игровые я предпочтения показывают игровые часы. Не, вроде не выключал. Вот, 10 минут, ну я как и говорил. Почему оно выключилось, блядь? Потому что у тебя фраб забинден на F12 вроде бы. Нет. На нумлоке у меня все кнопки. Ну, тогда, наверное, просто это отключил. Ну как, хуй знает, это случайно, наверное, произошло. На спавне за отрядов солдат они просто будут заставлять этих мушкетеров идти в ближний бой, и драгуны смогут безнаказанно их стрелять. Думаешь? Да, попробуем. Нахуй нам всякие лаборатории, мы будем сейчас спавнить. Так. Что здесь поспавнить? Здесь паука можно сделать. Нахуй нам нужен, лучше мы пушку сделаем, да? Так. Будет нормально. Чё там за шахта внизу, блядь, что-то я не знаю. Желтого слева. Какая? У желтого? Ну, здесь нейтральная стоит, а здесь, вот здесь пустая еще есть. Ну, пойди, здесь нейтральную или... Да ка нахуй она нужна, там оранжевые стоят. Ну, чем ёбнуть? Это пойти пару отрядов отдать туда просто. Там их разъебут. Там часовые по 400-800 хп, блядь. Ну вот две пушки тебе, сейчас будет весело. Пушка, я разъебывал этот бункер, но чтобы дойти, блять, до этой, сука, золота то тоже мало на. Да не достает нихуя, сука. Ой, блять. Пехоту надо, кстати, накопить, улучшить сейчас. Что, блядь, ты играешь на такой маленькой скорости? Это у меня вопрос. Чтобы успеть все, блядь. Чтобы не разъебали героев. Ладно. Я же говорю, за 30 минут прошел. Если на нормальной скорости будешь проигрывать запись, там 30 минут. Ну, у меня запись есть. Триггернаута улучшить, что ли? Или что, или на пехоту накопить? Да, я выстрелил там, блядь. Пехотинцы, что ли? Ебать, давай. О, охуенная пушка. Наше спасение. Близковато к городу въебал, конечно. О, одна выкупилась.
Где-то на 15 что ли у меня бункер был, блять. Но я играл, блядь, без улучшения, без всех. Только одна пехота у меня была, часовых не было. Сейчас будет по-другому с улучшениями. Если пехоту улучшить уже, куда лучше будет. И пушку тоже. И атака хуевая. 35 там больше будет. Так, пехота. Так, а тут еще два района, блядь. Ну, с самого начала только сколько проебалось. Два человека, блядь, механических, нахуй. Здесь, кстати, они охуенно себя чувствуют, эти ребята. Я смотрю. Вот они, охуенные пушки. Сейчас мы бункер охуенный разъебем. Если, конечно, оттуда никто не пойдет. Пока мы отбили атаку. Да иди нахуй, на тебя сливать, блядь. Ну его нахуй. Уёбки ебаные, блять. Сейчас их разъебать сначала надо. Ну вот так вот я и разъебывал бункер. Так, построим еще один, и пора уже потом великий строить. Копить невеликий ебаный город. Да дави, бля, ёбана. Улучшим, блять, это даже не улучшение, только изучить его. Так, что там, блять, город нахуй побыстрее.
Тут я вроде вместо города брал бункер, блядь. Сейчас будет город. Тут, кстати говоря, тоже бы калькулятора въебать. Сейчас как раз 14 минута. Охуенные танки пойдут, 3 штуки. Будет охуенно. Так, город. Так, а тут я что, калькулятор хочу въебать. А что-то въебало, что ли? А где плавильня, ебаное все? Куда она делась? Была же вроде. Мне показалось. Успею застанется, нет, хуй знает. Да. Ну и на пехоту, конечно, самое охуенное улучшение, 450 что ли стоит, тоже изучить. И пушку. Пушка изи. Пушку сразу лучше. Так, а здесь что? Из, блядь, даже города нету, нахуй. Надо покупать. Ну что, ты дополнительные задания не выполняешь? Тюрьму-то освободить? Ну хуй знает. Там часовые, блять, по 500 хп, нахуй они нужны. Кем сейчас его выполнять? Вот этими желтыми дураками? Часть отряда. Ну попробовать, это все равно идет. Не, он разъебет. Танк, один танк придет, разъебет крепость. Оставь здесь, вот танк. Работа. Возьми там 4 драгуна, разведывать. Да хуй знает.
Он охуенная крепость разъебывает. Пока она не улучшена. Она не будет улучшенная. Потому что мы из промышленных. Эй, блядь, это КД, блядь. Видишь, пол ХП нету, блядь. А у него ХП фул. Осадная атака — это пиздец. Пушка охуевшая просто. Плюс пехота стоит. Вот сейчас 4 дегуна убери и пизды получишь. Ах, сука. Так, сейчас. Это улучшается, блядь. Это хуйня. Пизды получает, смотри. Где он? Да, сука, иди нахуй. Петух ебаный, блядь. И все под атакой, блядь. И вот этих петухов ебаных. Потому что джиггернаут мы сливаем, блядь. Все крепости джиггернаут хуярит. Карбонильский, блядь. Просто для интереса. Сейчас надо кому-то нормальному игроку дать, кто, блядь, не такой нуб, как я. Надо просто дать поиграть. Как там, чё, какой прорыв там будет. Вот. Как это все разъебывать надо. Сука, петух. И надо было выстрелить в ебаную крепость. Ебать его в рот, нахуй. Хули ты тут сделаешь? Чинить ее надо, нахуй. А эти, блядь, петух какой-то одиночка стреляет, нахуй. И эти петухи идут, смотри. Пизда, ебать его в рот. Где наш герой там, блядь? Давай-ка, блядь. Тебе денег, ну, воет. Да, я очень рад за них. Но вот у меня крепость, блядь, пол ХП снесли. Ты можешь еще больше драгунов ставить, что ты хранишь деньги. Блять, это же надо было такой охуенный интеллект придумать, что он, сука, топчет. Что он... Пиздец, что, блять, крепость атакует, не дает ей починиться. Это самая ебаная хуйня. Всегда бесила эта хуйня. Вот пушки сейчас улучшатся. О, все, пизда. Кстати, не работает на них вот эта паутина почему-то. Не появляется на них эффект, они дальше стреляют. Если бы паутина работала, ну это, конечно, мало бы что дало, блядь, но все равно. Даже воздушную эту хуйню достанет. Его сейчас танк прибьет. Он сейчас должен подъехать, лучше людей выпускай. К счастью, это не танк оказался. Ну вот, и ты представь, 4 драгуна сейчас, блядь, увести. Построим, допустим, 4. Крепость чинится, блядь, смотри. Сейчас уже нихуя не чинится, все, пизда.
И танк еще придет сейчас и разъебет просто крепость. Так, ну здесь что? Здесь вообще планируется, блядь, бункер, блядь. Надо тогда вперед все это выводить. Кстати, я не знаю, территория уменьшается у них или нет, если этот разъебется. Уж не помню, блядь. Да ебаный рот, бля. Раз, не смей по бункеру стрелять. Ну тут уже больше пехоты, да. Ну смотри, какой пидор, да? Охуенный. Это еще откатывается, блять. Ебанулся, что ли? Минус джаггернаут. Этот петух потому что идет, блядь, стреляет. Я хуй знает. Нихуя, смотри, охуенно как. Так. Ну ты пока держишься. Тебе главное убить этот танк, чтобы он тебе форт не уничтожил. Да. Это самое главное. Так, а что наверху у нас? Наверху все еще хуже. Так, и эта хуйня откатывается. На пехоту сдал, блядь. Так, что тут, блядь? Так, а чё он тут разъебывает? А, ну вот так, подразъебут, я думаю, город разъебет, что там военные стоят. Ладно, танк хуй с ним, форт достроится. Два отряда, блин. Какая эта хуйня долетит, сейчас он сдохнет. Не, повезло. Все, блядь, съебываем нахуй.
Так. Чё он говорит тут? Давай исцеление, нахуй. Здесь вообще пизда, нахуй. Стана нет никакого. У этого тоже нет. Бля, ебать его рот. Я хуй знаю. Это вот так вот. Как минимум, этот ладно разъебут. Не, он сейчас переключается на этих юнитах. Ну так, его очень быстро убьют, хотя не вариант. Сейчас посмотрим, нахуй, ёбана в рот. Надо потоптать хорошенько сейчас. Пока топчешь, они, блядь, переключаются. Этот разъебем точно. Танк. Таранная, конечно, у драгунов залупа. Давай сюда, блядь. Ты сюда. Где этот, блядь, Роберто? Вала ебет там, сука. И, сука, и вот... Попробуй еще потом. Смотри в крепость. Посмотри, как чпом сыграет. Филаркасу сразу кидай. Чё чпом. Сука, вот смотри, какой петух. Вот он, блядь, стоит, уже умирает, нахуй. У него какая-то хуйня. Вот у бота, блядь. Что вот он крепость смотрит, нахуй. Вот это горение ебаное. Секунда остается, надо выстрелить, сука, туда. Да, блядь, петух. Ебаная хуйня. Да, разъеби мне крепость, блядь. Я так этого хочу. Пизда, бля, ебать. Роберто вала ебёт, бля. Ну, тебе бы вообще заключённые помогли бы. Да хуй бы они помогли, нахуй. Я их, понимаешь? Добавим количество. Да, количество хуй с ним. Ты пойми, что тут идет атака, и я не знаю, ты сам играл, нет? Ты бы тут мог идет за атака. Роберта просто, у тебя же там выкуплена шахта, просто построй там что-то, там, не знаю, несколько отрядов гренадеров, пройди, разбей клетку, уже войсками тебе делай побег. Ну клетку разбить ты... Вот если бы клетка там стояла без войск, без ебаных 500 хп человеков вот этих, блядь, механических, нахуй, тогда это да. Мало охранников. Охуенно. Да я видел, как там мало там, блядь, пехоты, блядь, отрядов за хуище стоит. Да вот хуй знает, иди чем и ты разбей, там сейчас разобьёшь. Вот иди и разбей. Иди и проеби катку войд, да? Вот вы хотите, чтобы я просто слился, блядь? Вот нет. Иди сам и разбивай, блядь. Ну, я потому что уже все это пробовал. И видел, сколько там, блядь, юнитов стоит. Так что смысл, блядь, туда лезть? Смысла нету. Тут заебись, вот вверху хуёво. И смотри, он петух по крепости стреляет. Гондон ебаный, блядь. Ну все, минус крепость, считай. Ну все. Вот а ты иди пока разбивай, блядь. Кули. С одной крепостью-то пол хп заебись стоять. Петухи еще налетите, блядь. Вот ты их пока отбиваешь, нахуй, еще прилетят. Так, надо подумать, что тут поспавнить. Пехоты. Надо ее, блядь, улучшить для начала. Будет заебись. Тебе вообще нужно Лацио спасать как-то. Да нахуй этот Лацио, блядь, как-нибудь разберется. Петух этот ебучий. Стоит, нихуя не делает. Тут за него сделать.
Да и похуй вообще. Не знаю, накопи на бункер или что-то такое. Да, да, охуенно. Самое. Или за Роберта поставь еще одну крепость. Да, когда пехоту надо улучшать. Да не, пусть лучше он сольется нахуй. Ты тогда проиграешь. Да похуй. О, танк еще охуенный. А это тот не слитый. Так. Построим гунов парочку. Сделай несколько рыцарей, они будут прям сать пехоту. Да нахуй эти рыцари, ты знаешь, как они долго строятся? У тебя драгоны появляются и сразу умирают, типа. Ну да. Короче, та версия заебись, в этой версии посложнее. Если будет проеб, то смысла не будет ту версию делать. Вот эту вот сложную. Ну за 30 минут ту я прошел. А, блядь, стреляем. Вот тебе и бункер, блядь. Так, а чё у этого? Третью крепость хуй построишь, там 400, 500, заебца. Ой, блядь. Рыжа еще охуенная. Thank you.
Просто... Все, нахуй, заходите в геймрейдж. Наконец-то я до вас добрался. Привет. Да, блядь. Оранжевые петухи. Смотри, вот бежит. Да, давай, стреляй в город, нахуй. А что, где играть будем? Хуй знает. Обычную катку? Ну да. Вот в эту вот катку ему скинь. Скинь этим катку, блядь. Им катку надо сыграть. Он давайте новые сыграет. Карты потестим. Там Сигимго делал, Ичпомп. Вот там Сигимго делал. Вот он сделал, вот давайте тестите. Но это же, наверное, сценарий. Да, блядь, просто. Ну конечно, но. Так это сценарий? Ебать, еще и крепость разъебывает. Ну. Алло. О, нифига тут танчик этот с старой моделькой. Да, блядь, ебать, урод. А чё так медленно? Не успеваешь? А, тут два города. Нихрена, тебе надо центр заходить. Ебать, ты там три крепости поставил. Бункер еще войсками забит. А ты вообще знаешь, что ты спрятал туда войска? А? Вот. Славян. Что-то он не слышит. Данил, меня слышно вообще? Да. Ну ладно. Че, мы вдвоем будем играть? Ну, Леонардо ты делает. Леонардо. Леонардо да Винчи. А, сука. Вообще вышел. Да не, его, наверное, типа залагало, блядь. А ну скажи, что ты, Лена. Вот тебя слышно. Да я зашел так на пару минут узнать, как дела. Я играть не буду, я спать через 5 минут. На руке я пригласил, он сказал, типа, блядь, если подождете пару минут. А. Ну хорошо. Е-мой. Да реально, вот эта моделька старая Джиггернаута, она выглядит классно. Похуй так. Мне нравится. Да в рот тебя выебать, сука, ебаный ты рот, нахуй. Но она вообще по сравнению с стандартным Джиггернаутом немножко такая по-детски, что ли, выглядит. Ну да, в принципе. Но прикольно. Как-то неуклюже, блядь. Да, да, да. Есть такой. Мне кажется, она по размерам меньше должна была быть. Модель Juggernaut? Mm. Еще меньше? Вот это большая. Вот этот, блядь. А, который...